Доброго вечора, колеги. Прес-конференція головного тренера національної команди України Андрія Шевченка і гравця Романа Яремчука. Традиційно прошу використовувати опцію піднятої руки для того, щоб ставити запитання. Розпочнемо з коментаря. Ні. Ні, запитань? Окей, Альберт Шеваленко, прошу, зараз будете в ефірі і ставте одразу запитання. Розкривайте мікрофон і ставте запитання. Зараз. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу. Андрей Николаевич, вы наверняка очень хорошо помните матч четвертьфинал чемпионата мира 2006 года. Ровно 15 лет назад это был важный матч для вас лично. Вот. Мы тогда вышли в четвертьфинал большого турнира и, в общем-то, без вопросов проиграли будущему чемпиону мира итальянцам. И если вы помните, тогдашний тренер сборной Украины Олег Владимирович Блохин сказал: мы вышли в четвертьфинал, это огромное достижение, дальше только вершины, мы достигли своего уровня. И вот прошло 15 лет, мы была надежда... Вас перестали мы чути. Вы, напевно, натиснули микрофон, або что-то у вас сталося, как раз там, где питання. Мы не слышим вас. Вы слышите меня? Да, сейчас, сейчас. Да. Вы слышите меня? Да. Да. Вот. Прошло 15 лет, была надежда, что наша философия изменилась, что мы можем более-менее на равных играть с сильными мира сего. Но вот сегодняшний матч показал, мы играли с Англией, и опять очень обидное поражение. Изменится когда-нибудь эта ситуация? Выйдем ли мы из этого порочного круга и сможем ли мы на равных играть с такими сильными соперниками? Когда это будет и что нужно для этого сделать? Спасибо большое. Ну, в первую очередь я вам отвечу так. Значит, сегодняшняя игра, значит, изменила счет за счет эпизодов. Я не думаю, что сборная Украины сегодня не показывала тот футбол, в который она проповедуют. Мы не отказались ни от своих принципов. Были хорошие кусочки, но есть такие моменты, значит, особенно стандартное положение, в которых, к сожалению, мы сегодня не доработали. И травма Кривцова, прежде всего, потому что он опытный защитник, имеет определенную антропометрию. Нам тоже где-то, в свою очередь, не пошла на руку, во-первых, потерять его, и, во-вторых, значит, у нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые бы могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе. И я вам отвечу так. Значит, вы сами ответили на свой вопрос. Видите, вы говорите, 15 лет прошло после того, как команда попала в четвертьфинал чемпионата мира, и сейчас она попала в четвертьфинал чемпионата Европы. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, значит, мы все реже туда будем попадать. Значит, для того, чтобы конкурировать, играть с такими игроками, значит, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в топ-5. Я не говорю топ двух или трех чемпионатах. Значит, я очень доволен, как команда выступила. Я поблагодарил ребят, во-первых, за самодачу. Я поблагодарил их за то, что они пытались играть сегодня в футбол. Окей. Альберт, я питання до Романа Яремчука чи ні? Ні, окей, добре. Ні, ні, дякую. Окей. Андрій Тодос, будь ласка, прошу ставити запитання. Добрий вечір, Андрій Миколаєвич. Як, що далі для вас? Чи ви будете ще тренером збірної після того, чи побачимо вас у осені? Значить, зараз закінчився чемпіонат для нас. Ми прилетимо в Київ. Значит, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. Значит, и уже, как и федерация должна будет принимать решения, так и я. Значит, на это есть время, значит, никто никуда не спешит. Значит,
мы должны отчитаться за турнир, который мы провели. Окей, Андрій, питання є до Романа Римчука. Так. Роман, що ви би хотіли сказати, могли би сказати до болівальників, які прийшли сьогодні і які підтримували через турнір? Ну, звичайно, хотілося в першу чергу подякувати вболівальникам, які сьогодні знаходились на стадіоні. І я знаю, що по всій Україні були фан-зони. Також хочеться їм подякувати, тому що ми відчували їхню підтримку і старалися сьогодні викластись на максимум. Тому я думаю, що команда старалась грати свій футбол і можемо гордитись собою. Звичайно, результат неприємний, але є хороші відрізки, і ми на правильному шляху. Так, Андрій, здається, у вас ще запитання ви писали, так? Давайте. Так, ще одне. Як би ви... Ой, перепрошую. Перепрошую, вас не було чути, це я помилився. Прошу ставити. Так. Як би ви оцінили свою гру сьогодні? Та я не повинен оцінювати свою гру. Для цього є експерти, тренерський штаб. Я просто, мені треба виходити і робити свою роботу. Окей. Карл Ріттер. Будь ласка, ставте своє запитання, Карл Ріттер. Окей. I was wondering if you could evaluate the performance of Harry Kane today. He didn't score in the group stage. He scored in the previous game and then another two goals tonight. As a former striker, how would you assess his performance in the game tonight? Я считаю, он набирает форму. Значит, те моменты, которые у него были, он реализовал. Поэтому это все, что надо для нападающего. И именно в таких турнирах такой нападающий, как он, не делает разницы. Okay, Duncan Wright, Sam, please ask your question. Duncan Wright, the Sun, please. Were you surprised by England and how good are they? How good can they be in this tournament? Я думаю, это Англия сыграла очень прагматично сегодня. Они сыграли на своих сильных сторонах. Значит, они воспользовались нашими ошибками, сыграли великолепно на втором этаже. Это команда, которая, в принципе, контролировала игру. Значит, были эпизоды в игре, в которых мы допустили ошибки. Значит, и никак не смогли ничего, значит, противостоять. Когда временами в игре, значит, у нас возникали хорошие эпизоды, мы не доводили их до конца. Поэтому команда Англии очень сильная, сильна очень индивидуально, сильна как команда, значит, великолепный тренер. Поэтому значит, они уже добрались до полуфинала, и я вижу, эта команда может играть в финале. Арилас Олдсада from Norway, please. A question for the coach, please. Yes. All four semi-finalists of the tournament are teams that played their three group games at home in this tournament. How crucial do you think that is for them? And how big of an advantage is it for those teams? I think it's a massive advantage. First of all, you know, you play the games in your own stadium. You don't have to travel. You train in your own pitch. You have all the stuff around. This small particular makes such a big difference. Так, Андрій, будь ласка, запитання, прошу. Хто більше з українських? Фінальне питання від мене. Так. Чуєте мене, так? Так, чути, прошу. Андрій Миколайович, чи ви можете подати апдейт про Малиновського? Чому він не почав? І що, який стан він зараз? Ну, у Руслана є травма, яка йому не дозволила сьогодні виступати в грі.
Значит, он, мы надеялись, что он восстановится за эти дни, но у него очень болит приводящая, он никак. Сегодня попробовал утром, он не восстановился, поэтому он не попал даже в лист.